Всех приветствую на канале. В этом видео будем вязать подошву из трикотажной пряжи. Нужно нам связать 4 стельки. Буду вязать 38 размер. Вязать буду крючком номер 4,5. Также продевать нить буду более тонким крючком. Набираем 19 воздушных петель. Нить растягиваем. И набираем 19 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19. И начинаем вязать первую, не провязываем, со второй столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Первую не провязываем, во вторую столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Девять, десять. Дальше у нас идет полустолбик и 6 столбиков с накидом. 1 полустолбик. 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3. Четыре, пять, шесть. Осталась последняя петля, в нее провязываем 5 столбиков с накидом. Накид, один, также вытягиваем нить, два, три,
3. Четыре, пять. Затянем хвостик и его провяжем. И точно так же провязываем с другой стороны. Зеркально 6 столбиков с накидом, 1, 2, 3, 4, 5. Один полустолбик, и дальше идет 10 столбиков без накида, провяжем, и дальше будет прибавление. Провязываем 10 столбиков без накида. Провяжем самостоятельно. Провязала 10 столбиков без накида. И в последнюю добавляем петлю. Вот провязываю 10-ю. Десятая, и сюда же второй столбик, и соединительный в следующую петлю, соединили. Дальше второй ряд вяжем 2 воздушные петли, 1, 2, смотрим по схеме, в одну петлю 2 столбика с накидом, накид, провязали. Накид, сюда же второй столбик с накидом. И провязываем столбики с накидом до мыска. В одну петлю 1 столбик с накидом. Провязываем. Довязала до мыска, где мы в одну петлю провязывали 5 столбиков с накидом. Провязываем прибавление. Первые 2 по 2 столбика, среднюю 3, четвертую 2. И в пятую 2 столбика с накидом. Вот они. Два столбика с накидом.
один, сюда же, второй, вторую петлю, два столбика с накидом, один, два, в третью три столбика, один, сюда же, два, сюда же, три. Четвертую петлю, два столбика, узелок попался, и в пятую петлю два столбика с накидом, один, два. Дальше провязываем до пятки в каждую петлю столбик с накидом. Провязываем до пятки и будем делать прибавление. Довязала до пятки столбиками с накидом. Осталось 2 петли. 1, 2. До подъема ряда осталось 2 петли. И в каждую из них провязываем по 2 столбика с накидом. Один. Сюда же второй столбик. В следующую 2 столбика с накидом. Один, два. И вот соединяем в первую петлю соединительной. Соединили. Отрезаем нить. Вытянули ее. И соединяем через одну петлю. На изнанку. И эту петлю возвращаем назад. Протянули, затянули ее, и на изнаночной стороне протянем между столбиками.
протянули. И сейчас все стельки нужно проутюжить с изнаночной стороны. И будем их соединять. Проутюжила стельки с обратной стороны. По сантиметрам длина 25 сантиметров и ширина 8,5. Если нужно больше размер, оставлю под видео, сколько нужно набирать воздушных петель. На носке не меняется, вяжем также, меняется количество столбиков без накида. То есть если мы провязывали на 38 размер 10 столбиков, на 39, на 40 будет больше столбиков без накида. И начинаем обвязывать стельки, соединяем изнаночной стороной вовнутрь. И делаем первую петлю, провязываю крючком тоньше. Думаю, это не принципиально. Свободно входит 4,5 крючок. Делаем первую петлю. Соединяем следующие две петли. Вытянули петлю. Провязали. Следующие две петли. Вытянули, провязали. Следующие две петли. Протянули через них петлю, соединили. И так провяжем по кругу. Провязываем самостоятельно. Заканчиваю обвязывать подошву. Провязываю последние петли. Обрезаю рабочую нить подлиннее и вытянула нить на лицо. Протяну эту нить в первую петлю. И возвращаю назад. Вот. Получилась аккуратная петля. И на изнаночной стороне протяну между столбиками. Одну сторону и второй хвостик в другую сторону. Так вот их протянем.
в эту сторону. И лишнее можно отрезать. Лишнее отрезаем. Подошва готова. Кому понравилось, ставьте лайки. Не забываем подписываться на мой канал. Всем пока-пока!